Биткоин-операции легализованы в Канаде. По информации CoinDesk, комиссией ценных бумаг Британской Колумбии BCSC Канады была зарегистрирована инвестиционная компания Cryptocurrency First Block Capital Inc., основанная в Ванкувере, планирующая создать фонд биткоина. Из чего можно заключить, что регуляторы финансового рынка Канады ищут активные подходы к организациям, стремящимся к созданию сервисов и продукции на основе блокчейн-технологий. Решение BCSC распространяется и на ICO.